в этой школе нарушений требований по безопасности выявлено не было. И с нашей точки зрения объект готов к новому учебному году. Все ремонтные работы выполнены. И 2 сентября, а не 1, в связи с тем, что 1 сентября падает на воскресенье, более 130 тысяч школьников сядут за свои парты и начнут образовательный процесс со всеми своими любимыми учителями.